Друзья, всем привет! Сегодня у нас эксклюзивный обзор. Обзор однокомнатной квартиры на 20 этаже вот в этом строящемся доме. Пойдем смотреть. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. Итак, друзья, мы на 20-м этаже 22-этажного монолитного дома. Дом планируется сдать до конца этого года. Значит, 58 квадратов с двумя большими балконами, 43 по документам. Однокомнатная квартира, из которой можно сделать, в принципе, студию для спальни. Давайте смотреть по порядку. Итак, здесь у нас получается будет входная дверь. Сразу при входе слева большое место под гардеробную. Отличная ниша. Дальше смотрим по коридору. Слева идет раздельный санузел. Значит, туалет. Здесь ванная. Стиральная машинка войдет. Место под нее есть. Прямо у нас кухня. 11,5 квадратов. Ниша под кухонный гарнитур. Это у нас восточная сторона. С кухни выход на первый балкон. Это небольшой балкон. Здесь будет панорамное остекление. Вот такой шикарный вид. Получается, слева у нас Челгу, парк Челгу. Дальше два детских сада. Там школа сзади дома. И парк Гагарина. Так, смотрим дальше. Второе помещение. Это огромная комната, 18,5 квадратов. Получается, с двумя окнами. Окно и балкон. Это южная сторона. Давайте посмотрим выход на балкон. Вот он, второй большой балкон, 11 квадратов. Тоже будет панорамное остекление. Видите, такой формы Г. Вид с балкона тоже шикарный. И смотрим вид с окна. Здесь, кстати, тоже, да, проходит балкон. Вот такой вид. Итак, 18,5 квадратов, 11,5 квадратов кухня. В принципе, можно кухню перенести в эту комнату, и получится полноценная студия плюс спальня. Ну, либо некоторые я тоже видел вот в такой площади, 11-12 квадратов, обустраивают кухню-гостиную. В принципе, это возможно сделать. Она будет небольшая, но функциональная. Друзья, вот такой обзор получился. Эксклюзивный. Значит, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и те, кто любит смотреть короткие видео, также у меня на канале есть мини-обзор этой квартиры за минуту. Всем пока!